этот мастер-класс был изначально направлен на то, чтобы люди внесли разнообразие в свой рацион. Ведь мы питаемся в основном много вареной пищей и совсем не используем овощи, фрукты, потому что это считается очень долго и нудно жевать, то есть как-то некомфортно человеку. Здесь я показала, что мы можем с помощью таких рецептов, таких продуктов, как, допустим, кабачки, морковь, свекла и все это сырое, скомбинировать это таким образом, добавив горошек и еще соленые огурцы, чтобы это все было превращено в винегрет, знакомый всем давно салат, чтобы человек мог покушать, получить удовлетворение, наслаждение, вот, и не испытывать никакого дискомфорта. Мы представили три блюда. Первое блюдо – это сыроедческий коктейль «Розовый фламинго» на основе клубники, бананов и миндаля. Это замечательный утренний коктейль, который может стать полноценным завтраком для любого человека, для девушки, которая следит за своей фигурой. И все это мы употребили с горным чаем. Все были довольны, все результаты мне очень понравились. Девочки с теплотой встретили все эти рецепты, попробовали. И главное, получили опыт сыроедческих блюд, которые до этого они были совсем с этим не знакомы. И я надеюсь и очень рассчитываю, что они внедрят эти блюда в свой рацион и получат прекрасный результат оздоровления и стройности. Более живая пища, картошки нету. По вкусу ничем не отличается. Да, не отличается по вкусу от вареного салата. Ну, то есть это съедобно? Да, конечно. По вкусу ничем, потому что не отличается. То, что заменяли продукты, незаметно. То есть он выглядит как обычный, ну, точнее, по вкусу он как обычный винегрет, только все сырое. Ну, как бы этого не чувствуется. Это просто восторг. Что, вкусное, да? Очень восторг. Обалдеть. Планирую, конечно же, знакомить людей с живой пищей, объяснять им эти рецепты, насколько они просты, экологичны и полезны для них. Планирую, конечно же, сделать новогодний сыроедческий мастер-класс, где мы все вместе сделаем вкуснейшие салаты, оливье, либо селедку под шубой, мы что-то выберем, и также какие-то новогодние сладости к новогоднему столу.